Наблюдательные горожане заметили в выходные в парке Гузовского белок, которые не боялись подходить к людям. Некоторым удавалось их покормить и сфотографировать достаточно близко. Белки с удовольствием позировали и принимали угощения. Такое поведение многие объясняют необычной погодой, которая простояла практически весь ноябрь. Подготовившись к долгой морозной зиме, животные интуитивно чувствуют несоответствие погоды и выходят к людям. Кстати, скоро погода сменится и наступит настоящая зима. На этой неделе жители Чувашии будут встречать настоящую зиму со снегом и метелями. Погоду на территории республики будут формировать фронтальные разделы циклонического вихря. Они-то и принесут нам осадки в виде снега. Зима в этом году задержалась на 3 недели, потому что вообще у нас переход через ноль в сторону отрицательных температур считается началом климатической зимы. Сейчас конец ноября, начало зимы не только метеорологической, но и климатической. Все идет по расписанию по такому, что зима, зимний месяц, а декабрь встретим, надеюсь, со снегом. Декабрь у нас предполагается близким к норме. Это минус 9 среднемесячной температуры воздуха. Несколько холоднее прошлогоднего декабря. А январь и февраль также будет близким к средним многолетним значениям, но холоднее прошлогоднего года. А март будет теплее обычного.